بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. Уважаемые братья и сестры, мы приветствуем вас на передаче, значит, «Исламское право», где обсуждаем практический запад ислама. Мы с вами остановились на положении, которое касается обета, договор с Аллахом. Что такое обет? Говорится, что обет — это договор о том, что человек совершит ради Аллаха какое-либо, допустим, благое или же благое деяние, или же, допустим, ради Аллаха перестанет совершать какое-либо нежелательное деяние. Говорится, что обет делится на два следующих вида. Первое — это обет с условием. Например, да, если человек говорит: «Даю обет, если, допустим, моя болезнь пройдет, то ради Аллаха, допустим, я должен буду совершить такое-то благое деяние». Или, допустим, «Даю обет, если я совершу такое-то плохое деяние, то ради Аллаха должен буду совершить, допустим, такое-то благое дело», предположим, да? Хорошо. Дальше. Говорится, что второй вид — это обет без условия. То есть обет, в котором нет условия. Например, человек без каких-либо условий говорит: «Даю, допустим, обет, что ради Аллаха я должен буду, допустим, выполнять ночную молитву». Это обет без условия. Условия обета и положение о нем. Говорится, что обет будет верен в том случае, если человек произнесет договор об обете, то если он произнесет договор об обете, то этот обет верен. Договор можно произнести на арабском или на другом языке. Вот. Дальше говорится, что, следовательно, обет будет верен, если человек скажет именно эти слова, будь на русском, английском, арабском и так далее. «Даю обет, если моя потребность, допустим, будет удовлетворена, то ради Аллаха», то есть это ключевой момент, это слово должно быть, «то ради Аллаха я должен буду раздать нуждающимся такую-то сумму денег». Если не будет сказано слово «ради Аллаха», то здесь уже это назром не считается. То есть это назром не считается. Дающий обет человек должен быть совершеннолетним и здравомыслящим человеком, то есть не сумасшедшим. Помимо этого, он должен давать обет по собственной воле, естественно, да, и должен иметь намерение дачи обета. Если кто-то его принудит в этом, то, или он будет в состоянии гнева, то это не будет действительным, то есть состояние гнева и под принуждением. И дальше говорится, что некоторым людям запрещено распоряжаться собственным имуществом, например, допустим, банкротом, да, которым, допустим, шариатский судья, да, запретил распоряжаться имуществом. Если говорится, что такие люди дадут обет, который каким-либо образом будет связан с их имуществом, то, естественно, их обет будет недействительным, так он является банкротом. Шариатский судья запретил ему использовать свое имущество. И дальше говорится, если женщина без согласия своего мужа даст обет, да, который, естественно, будет ущемлять права ее мужа, то такой обет будет с точки зрения шариата недействительным. Если ее обет не будет ущемлять права ее мужа, то согласно желательно, естественно, предосторожности, все равно будет лучше, да, если она даст его согласие своего мужа. Это согласно, естественно, желательной предосторожности. Хорошо. Дальше говорится, что если женщина даст обет согласие своего мужа, то согласно обязательной предосторожности муж не имеет права, естественно, удерживать ее от соблюдения данного обета. И дальше говорится, что обет детей не нуждается в согласии отца, если, допустим, ребенок дает обет. Но если данный обет детьми станет, допустим, скажем так, причиной того, что это будет, от этого отец будет страдать, допустим, да, или будут у него какие-то трудности, то такой обет будет недействительным, естественно. Обет верен только в отношении тех деяний, которые человек, естественно, способен совершить. Если он не способен это совершить, если, допустим, то-то будет, то я ради Аллаха полечу на небеса. Ну, естественно, это все это не является верным, потому что человек не может летать. Хорошо.
Дальше говорится, если человек, допустим, даст обет совершить какое-либо деяние, то это деяние должно быть одобрено, да, с точки зрения шариата, то есть оно должно быть одобрено шариатом. И дальше говорится, что таким образом обет совершения запретных и нежелательных деяний или обет, допустим, оставления совершения, предположим, обязательно желательных деяний, будет, естественно, недействительным. И дальше говорится, что не обязательно, да, чтобы были одобрены все детали и особенности обета. Говорится, что главное, чтобы была одобрена сама суть обета, чтобы сама суть обета она была одобрена. Например, допустим, если человек даст обет в первую ночь каждого месяца, да, что он будет выполнять, допустим, желательную ночную молитву, то этот обет будет верен, и он должен соблюсти его. Или если, допустим, человек даст обет, что в определенном месте он накормит бедняков, то, опять же, то этот обет будет верен, должен будет соблюсти, естественно, этот обет. Хорошо. Дальше. Дальше говорится, что некоторые деяния являются допустимыми и сами собой разумеющимися, то есть мубахом являются. То есть они не являются обязательными, ваджиб, с точки зрения шариата, или запрещенными, харам, или желательным, мустахаб, или нежелательными. Например, допустим, сидеть, допустим, принимать пищу, спать, да? Говорится, что обет относительно таких деяний будет недействительным, если это, допустим, является деяние мубахом, как мы уже перечислили. Есть, допустим, спать, вот, сидеть, это все. Но если совершение и несовершение подобного деяния с какой-либо, говорится, стороны будет желательным, то данный обет будет действительным. Вы можете задать вопрос, как? Говорится, например, если человек даст обет, что будет, допустим, есть еду, да, которая придаст ему сил для поклонения. Или что он, допустим, перестанет есть еду, которая вызывает, допустим, вялость при поклонении. То этот обет, естественно, будет верен. Хорошо. Теперь, говорится, что если человек даст обет, что он будет, допустим, поститься, да, но не определит при этом, допустим, в течение скольких дней он это будет делать, то говорится, что ему достаточно совершить пост в течение одного дня, так как он не определил. Если человек даст обет, что он будет молиться, но, естественно, не определит, да, как и в течение какого срока он это будет делать, то ему достаточно выплатить одну-двухрекиатную молитву. Говорится, что это положение также относится к обету относительно других благих деяний. То есть, если он дал слово, что, допустим, даст садака, допустим, бедняку, предположим, да, но не определил число, то одному бедняку он должен будет дать, допустим. Хорошо. Дальше говорится, если человек даст обет совершить, допустим, пост в определенный день, то, согласно обязательной предосторожности, ему не следует, естественно, отправляться в этот день в поездку, то есть он должен остаться и совершить пост, держать пост. А если в этот день он все-таки отправится в поездку, то должен будет восполнить уже совершение поста этого дня в другой день, естественно. Кроме этого, согласно обязательной предосторожности, ему надо будет принести искупление, то есть дать кафара. Об этом мы с вами говорили в положении, когда обсуждали положение относительно поста, поэтому обращайтесь туда. Если человек говорится, что умышленно и по собственной воле не соблюдет или нарушит, допустим, данный обет, то этим он совершит грех и должен будет принести, естественно, кафара, то есть искупление. Искупление за несоблюдение обета. Говорится, что можно соблюсти и принести тремя способами. Первое – это накормить 60 бедняков. Если каждому из них дать примерно 750 грамм, допустим, пшеницы или ячмена, то это будет с точки зрения шариата достаточно. Второе – это совершить пост в течение двух месяцев. То есть в течение двух месяцев вы совершаете пост. Необходимо непрерывно поститься в течение первых 31 дней. То есть 31 день вы непрерывно должны поститься, остальные, допустим, 29 уже можете там 2 дня держать, 1 день отдыхать, 3 дня держать, 2 дня отдыхать и так далее. Третье – это освободить одного невольника. Это все является кафара. Хорошо. Говорится, что если человек даст обет, что
что в течение определенного времени он не будет совершать какое-либо, допустим, деяние, то после окончания срока обета он может совершить данные деяния. Если говорится, что по забывчивости или, допустим, по принуждению он совершит это деяние, естественно, до окончания определенного им срока, то на нем не будет с точки зрения шариата греха. Но после этого, естественно, он должен будет продолжить соблюдать данный обет, да, в данном случае. Хорошо. Говорится, что а если вдруг он совершит это деяние умышленно и по собственной воле, то должен будет принести искупление одним из трех способов, о которых мы сказали только что, да, недавно. Хорошо. Дальше. Дальше говорится, что, допустим, человек дает обет, да, что, предположим, на длительное время оставит совершение какого-либо деяния, но не определит конечный срок обета, то есть до какого срока. Говорится, что если умышленно нарушит обет, совершив это деяние, то должен будет принести искупление только один раз. То есть один раз он должен будет принести искупление. Но если с самого начала он имел намерение о том, что его обет будет, допустим, продолжаться даже после нарушения, да, то есть после нарушения, то всякий раз после нарушения обета он должен будет принести, естественно, искупление. И дальше говорится, что если же у него не было подобного намерения, да, или если он будет сомневаться, было ли у него подобное намерение или нет, вот, а какое-то намерение было, что его обет будет продолжаться даже после нарушения, то тогда говорится, что ему достаточно принести искупление один раз. Хорошо. Дальше. Дальше говорится, что, допустим, человек дал обет совершать пост каждую неделю, да, в определенный день. Например, допустим, предположим, в пятницу. Говорится, что если одна из пятниц совпадет с праздником окончания месяца Рамадан, предположим, или с праздником жертвоприношения, то он должен будет, естественно, оставить совершение поста в этот день. А потом, естественно, для предосторожности восполнить его совершение в другой день. Так как в два праздничных дня поститься, естественно, вы знаете, что запрещено. Хорошо. Также необходимо, говорится, поступить, если возникнет другая уважительная причина, да, по которой невозможно будет поститься в пятницу. Например, у женщины, допустим, начнутся месячные. Здесь также поступать надо, то есть потом ее восполнить, как бы, этот пост, допустим. Хорошо. Если человек даст обет, что, допустим, в качестве милости раздаст некую сумму денег, но до раздачи милости покинет этот мир, то необходимо, говорится, будет взять из его имущества эту сумму и раздать ее нуждающимся, естественно. Если человек даст обет, что вручит милостину, допустим, определенному бедняку, то он не будет иметь права отдать ее другому бедняку. Если определенный бедняк покинет этот мир, то, согласно предосторожности, он должен отдать милостыню его наследнику. И дальше говорится, что если человек даст обет посетить, допустим, могилу одного из имамов, например, предположим, имам Хусейна, но посетит могилу другого имама, то этого будет недостаточно. Он должен посетить именно того имама, о котором сказал. И дальше говорится, а если по какой-либо уважительной причине он не сумеет соблюсти обет, да, относительно посещения могилы, то на нем нет греха, и он не должен приносить, естественно, искупление. Говорится, что если человек даст обет посетить могилу пророка или одного, допустим, из имамов, но не даст обет совершить особое в таком случае большое, предположим, омовение и молитву, как это обычно бывает, да, человек совершает желательно, то ему не обязательно совершать их, так как он об этом не говорил. Говорится, что если человек даст обет пожертвовать определенное имущество на нужды мавзолея одного из имамов или их потомков, то он должен будет пожертвовать его на нужды этого мавзолея, о котором дал слово. Например, на ремонт, покупку ковров и тому подобное. А если он даст обет пожертвовать имущество самому имаму или его потомку, не упоминая при этом мавзолея, то, помимо вышесказанного, он может пожертвовать его на проведение религиозных мероприятий также, распространение, допустим, исламской литературы и на любое благое деяние, связанное с этим имамом или его потомком, допустим. Говорится, что если овца отдается в качестве обета, то ее шерсть и прибавлено после дачи обета, значит, ну, вот эти, все, что прибавлено, говорится, что все это как бы считается частью обета и касается, естественно, того человека, кому
уже будет принадлежать эта овца. Если да использована овца в качестве обета, она родит, допустим, ягненка и даст молоко, то, естественно, согласно обязательным предосторожности, ягненок и молоко также являются частью обета. И дальше говорится, что, допустим, человек, предположим, даст обет, допустим, совершить благое деяние. Да? Если, например, выздоровеет его, допустим, больной родственник, или, допустим, благополучно вернется из путешествия его друг и так далее. Говорится, если потом он узнает, что родственники выздоровели, или, допустим, друг вернулся еще до дачи им обета, предположим, то ему не обязательно соблюдать данный обет, так как это было еще до дачи обета. Если после дачи обета, то это другое дело. Если говорится, что родители дадут обет, допустим, выдать свою несовершеннюю дочь замуж за, предположим, определенного человека, да, например, за Саида, Назар, что выдадут за Саида, то этот обет не будет действительным с точки зрения шариата. И говорится, что после достижения, допустим, совершеннолетнего возраста девушкой, она, естественно, сама должна как бы выбрать мужа. Да? Хорошо. Дальше говорится, что человек обязан соблюсти заключенный им договор с Аллахом при условии, что он произнесет этот договор. Например, если он скажет, заключая с Аллахом договор, что совершу такое-то благое деяние, предположим. Но если он не произнесет договор, или же деяние будет противоречить шариату, то этот договор будет недействительным с точки зрения шариата. И последнее, касание этой темы, если человек не соблюдает договор с Аллахом, то он должен будет принести искупление так же, как в случае, допустим, несоблюдения обета. То есть, что он должен будет сделать? Накормить 60 бедняков или совершить, допустим, последовательный пост в течение 2 месяца, или, допустим, освободить одного невольника. Уважаемые братья и сестры, положения относительно обета закончились. На следующей передаче мы будем говорить с вами о клятве. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.